кабинет доктора Эмерал. Эмерал пыталась предупредить Пола. Конец времени быстро приближался. Оставалось меньше суток. Мистер Сайрин думал, что в запасе еще несколько лет. Признаю, он заблуждался. Похоже, это то, что нужно Бет. А, черт! Доктор Эмерал на приеме. Зависание скоро закончится. Надо выбираться и идти на прием. Он, между прочим, очень дорогой был. Да что вы. Я знал, что Бет скоро раскроют. Надо было встретиться с ней на приеме, пока не стало слишком поздно. Оружие, рассчитанное на зависание. Пол знал, что главное. Время кончается, а пушки остаются. Хорошо. Боевое снаряжение монарха было громоздким. У доктора Эмерал нашлось кое-что полегче. Вроде как для гражданских. Гараж. Через него я смогу выбраться. Мне нужно было всего лишь миновать гараж. Проще некуда. Правда?
Выбираться во время тревоги будет куда сложнее. А выбираться надо. Вот дерьмо! Вот это другое дело. Бет, я добыл тебе снарягу, но доктор Эмерилл еще веселится. Да, я ее вижу. Составишь мне компанию? Да, не забудь про бутерброды. Я иду к вам. Говорят, в Хэтче стрелял кто-то из своих. Нам это на руку, но тебя ищет Зайрин. Помни наш договор. Я отвлеку его. Бет, у меня гости. Увидимся на приеме. Отлично. Вроде с этими закончил. Точные координаты Джойса как можно скорее. Директор движется на перехват. Это ополченец 5. Он только что вошел в туннель в пределы территории. Бет? Уже иду. Ха. Опять? Я видел особняк, в котором шел прием. Нужно было туда проникнуть. Там был еще один хроногаситель. Я видел поле вокруг него. Нужно было его отключить, иначе он бы лишил меня сил.
этой сферы мои способности не работают. Надо быть начеку. Другое дело. Итак, вы шли на прием. Каков был план? Найти Эмерал надо было до того, как зависание закончится, и монарховцы сообразят, где я. Должно быть где-то здесь. Нужно найти ее, пока зависание не кончилось. Предатель открыл стрельбу во время речи мистера Хэтча. Полагаю, это была Бет Уайлдер. Не она это была, сами знаете. Хэтч хотел развалить монарх. Как лучше всего избежать подозрений? Выставить себя жертвой.
Что за... Тихо, 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 Бет! Джек! Все нормально. Это я. Боже. Ты только погляди. Надеюсь, тебе пойдет. Никто здесь понятия не имеет, какой шорох я навел в хозяйстве Пола. Да, но в монархе знают. Боюсь, меня скоро раскроют. Да, что ж, на следующем этапе это уже не важно. Итак, доктор Эмерилл где-то в особняке. Пойдем за ней. Если повезет, заберем ее до того, как...